целях обеспечения газовой безопасности в многоквартирных домах устанавливают систему автоматизированного контроля за газовостью. В рамках исполнения поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева в Люберцах до конца года на безвозмездной основе датчиками оснастят более 60% квартир муниципального жилого фонда. В целях обеспечения газовой безопасности в многоквартирных домах устанавливают систему автоматизированного контроля за газованности. В рамках исполнения поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева в Люберцах до конца года на безвозмездной основе датчиками оснастят более 60% квартир муниципального жилого фонда. Долго будет устанавливаться? Буквально 2-3 минуты. К установке автоматических сигнализаторов утечки газа в Люберцах приступили в середине марта. Сотрудники газовой службы на месте составляют договор, устанавливают прибор и рассказывают, как он работает. Если какая-то концентрация газа присутствует в квартире на отключающих устройствах или на газовом оборудовании, то сигнализатор сразу начинает сигнализировать. Звуковой сигнал издает и светит индикатор. То есть понятно, что уже сработал датчик. Нужно отключить газовое устройство от газа, кран на запорной арматуре, вызвать газовую службу для устранения утечки. Нина Подолина живет в этой квартире на улице 3-е почтовое отделение почти 10 лет. Сигнализатор загазованности планировала установить давно, но не знала, какая организация обслуживает газовое оборудование в ее доме официально. Тем более сейчас такие случаи происходят очень часто. Вот взрывы газа, утечки газа. Вот, так что большое спасибо за то, что делаете для нас. Теперь я спокойна за свою семью, за своих близких, за свой дом. В муниципальных квартирах Люберец с начала весны установлено более 300 датчиков. Все работы выполняют за счет средств местного бюджета. У нас идет полностью обзвон жителей по муниципальным квартирам. Размещается информация в социальных сетях. Также размещается информация на стендах многоквартирных домов. Бесплатно устанавливают в каждой муниципальной квартире данные датчики. До конца года сигнализаторы загазованности установят более чем в 4400 квартирах округа. Это составит 60% от общего числа квартир муниципального жилого фонда. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.